И это далеко не все. Чаще прошу прощения, конечно, за беспорядок, но это все приехало вот. Вот это вот, вот так вот. Он там в пакете, там, по крышечке, то, что я выложил для видео. Обо всем рассказывать, я думаю, мы не будем. Расскажем самое важное. Всем привет, с вами Веломагазин. Сегодня мы расскажем о том, что приехало и что стоит брать на этот сезон. Выбор у нас, как всегда, большой. У нас приехало целых 5 моделей Shimano Dior. Различной скорости, различного ценового сегмента. Новая резина, ее море вон тут лежит. Есть как обычная, так и для фэтбайков. Очень большое количество звезд разных размеров, расцветок. Must have для каждого. Телесрам. Очень удобные сидухи. С дыркой в жопе. Все как вы любите. Если надо, можно нести так. Ортопедическая. Специально для удобства вашей пятой точки. Где-то сейчас грустит один скриптонит, потому что у нас есть цепи на шее, поцелую. И КМСовские цепи, кандидат мастера сбор. Различных скоростей, 10, 11, 12, 8 скоростная, 9. В общем, можно уехать куда угодно, на них выдерживать натяжение до размера твоей бывшей. Так что, must have, тормозышки, тормоза дисковые, шимановские, прекрасные, с ручками. Вообще, это прям кайф, на самом деле, трогать их еще свеженькими, не заляпанными. Слышишь, как она бринчит? И, конечно же, вилки. У нас целая коробка вилок приехала как для более классических вариантов, так и для самых настоящих любителей покататься по бездорожью фэтбайков. Мне напоминает про пушку из Гриду, Big Fucking Gun, которым можно было мочить щади ада. Ну, в принципе, поставив себе на байк такую штуку, можно мочить всех по пересеченной местности. Также различные аксессуары, подножки, тоже под различные размеры велосипедов. Если тебе одиноко, есть рука. Телескопический багажник. Распечатывать я его не буду, разумеется. Но, который может выдвигаться, задвигаться, как тебе удобно. Если нужно посадить девчонку сзади, можно увеличить. Если не нужно, можно его спрятать под седло и сказать, что так и было. Сотни тысяч разных камер, к сожалению, руки только две, поэтому покажу только две. Но также под любые размеры ваших колес, надежные спутники в ваших путешествиях. Если нет аптечки, можно взять с собой камеру, почему нет? Также кареточки, все это можно приобрести. Блин, я взял две одинаковые, не круто. Поскольку приехали каретки, все это можно, в принципе, собрать по запчастям целый велосипед в веломагазине 39. И можно помахать рукой всем, кто говорил, что у тебя плохой байк, потому что у тебя теперь крутой байк, чувак или подруга. Заходи к нам, у нас подберется для тебя максимальная комплектация всего, что можно найти на рынке.